И что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Apple Orange, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed Black Flag. Подождите. Да, стойте. Минуту, я там кое-что видел. Ой, куда мы пошли? Помолчите. А, да, у меня 0 патрон. Точнее, 1 патрон. У меня не лагает, я так думал. Да, я так думал. Я так полагаю. Ой, что это? Вот так, видите, лагает. Иди сюда. Или не лагает, это фиг помню. Шкафчики лагают. А, в шкафчике одни лаги. Иди сюда, дорогой. Дорогой, не переживай. Это я, твой друг ассасин. Ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин. Прощай. Ух ты ж, урод. Твою мать, их тут куча. У меня одна патрона осталась. Одна. Всего-то одна патрона. Начинаем воевать. Ух ты ж, урод. Ух ты ж, урод. Все. Эй, идем. Что-то какой-то он медленный ассасин. Да нет, норм. Vuelve aquí. Vuelve aquí ahora mismo, majadero. Ты придурок. Сюда пришел. Да убьем его нафиг. Ату ahí. Упла. Даже его не тронул. Они умеют плавать, оказывается. Быстрее, умеют плавать. Уроды. Да не, немедленно, ассасин. Как раз подойдет. Опа. Так. Опа. Нашел. О, мы убьем этого Джулиена Дукасу. Опа. Не. Пошел нафиг. Я всего-то ассасин.
Я всего-то ассасин. Я всего-то ассасин. Стрип, бежит. Тихо. Ну пошел ты нафиг, я не вас убивать. Я вот этого подонка. Здорово. Ух ты ж. Гоночка. Пошел. Да, начи. Я бы тебе сказал, кто ты. У меня родаки дома, как бы. Вот уроды, а. Хорошо дерешься, ты сволочь, да? По этим, да? Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын. Наглый, как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буканье. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. А это что? Мелкие кражи – предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Блин. Догореть тебе в аду, который ты создашь своими руками. Че, убили, да? Получается. Жаль, как бы, пацана. Я не успел заскринить. Бунта наша! Я не успел заскринить. Блин. Я же обычно фотки скриню. Ну ладно. Так, ты что так ты делаешь? Одинокий безумец. Привет. Опа. Здорово. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. Я ухожу. Бонжур. Денежек прижи. Конечно. Я передам. Что ты передашь? Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. Оливье? За мной. Я так давно ждала этой встречи. Тебе на верхний этаж, там все просто. Вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Ты не шутишь, проверь Оливье? Я же ждал только на новом году Оливье. Его. Быстро найдешь. А это рай, это Оливье. Здорово, Эдна. Оливье славный парень. А? Оливье, разве это не она, а? Ну ладно. Че на меня так смотришь? Будто я кто? Че, куда надо? На Оливье, да? Алло? Эй! Да пошел ты нафиг. Работает хоть? Это Джон, зайди. Мы уже знакомы. Я отлаживал твой анимус. Я тут в Абстерго. Вроде Скотти на нашем звездном пути. Отвечаю за технику. Есть минутка или... О, черт. Судя по трекеру, ты направляешься к Оливье. Ладно. Свяжусь с тобой позже. Есть к тебе одна просьба. Какая? Что за просьба?
Кратти, я застрял в тупом лифте. Бонжур. Заходите, он вас ждет. Кто? Оливье? Это не шутка? Дорогая, хоть вы скажите. Оливье, Оливье, Оливье. Где Оливье? Это ты? Ну, я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Пошел. Эдвард Кенвей. Где Оливье? Я ждал. Что? Но ведь Голливуд так и начинался. С пиратских фильмов. Дуглас Фэрбэнкс, Эрл Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам. Уи-уи. Именно. Обсудим это на встрече акционеров. Да. Жду с нетерпением. До встречи, Летиция. Салю, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы... Ой-ой-ой, ни туда, ни туда. Я посмотрел ваши данные. Очень мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Где Дезмонд? Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось? Мне жить не хочется. Красивый город, правда? Тупой. Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Окей. Я бы не стал давить, он сам Крис, мне все равно. Но кое-кто из руководства Abstergo Industries тянет из меня жилы. Так, следуйте зацепкам по обсерватории, и мы... О, простите, звонок. Я отвечу. Еще поговорим. Бонжурне. Алле, бонжур. Oui, tout va bien. Naturellement. Простите, заболел. Не могу не кашлять. Привет, это Джон из IT. Есть минутка? Хорошо. Добавляю контрольную точку. Одна твоя коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие с твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выудить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру? Это просто. Подходишь к ее анимусу, логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись. А то и ты начнешь меня бесить. Слышу, рот. Дверь закрыта? Не проблема. Моя привилегия — первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Логинься, расскажу, что делать. Чё, кто это? Liberation, что ли? А, это эта девчонка. О, да, короче, окей. Чё, куда? Логинься, да? Ага. Так, подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Взлом удался. Супер. Файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. 23 декабря 2012. Группа изъятия образцов Fisher Case. Рапорт. Объект 17. Дезмонд Майлз. Объект был мертв. Время смерти примерно 1:07. Условия благоприятны для взятия образцов ДНК. Изначально у нас были сомнения в безопасности зала, но благодаря знаниям и навыкам группы мы смогли взять ценный материал. Блин, Дезмонд. Я лично реквизировал рюкзак объекта и после тщательного осмотра извлек ряд предметов для всестороннего анализа. На правой кисти объекта ожоги высокой степени. Кость обуглена, что указывает на спонтанное воздействие высоких температур. Если честно, такое мы видим впервые. Голова, шея и торс остались нетронутыми.
Я лично выбрал агентов для изъятия образцов крови и слюны. Затем мы начали извлекать материал и сумели сохранить несколько хороших образцов. Жалко же, Дезмонд. Мы уже начали анализ и сортировку данных, которые идут исключительно легко. Благодаря облачной базе данных и третьей группе изъятия образцов Абстерго, объект 17 продолжит существование как образец 17. Угу. 23 декабря 2012. Шо нафиг. Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не тупи. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь... Но тебе не понравится. А что там? Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? Порву. А не то тебя совесть замучит. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, оно давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Я серьезно, это незаконно, так что не дури. Слушай, я так долго не протяну. Не работа, а черти что. Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет, 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 нет. Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер? Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Ребекка, чё там? Пока, Чао. Только попроси еще бесплатный кофе. И Шон? Нахалка. Классная, да? Угу. Обратиться в ту охранную фирму из Чикаго. Они просят. Эй, мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, 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 это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Я пиратик, еще какой пиратик. Да не только в деле. Ладно, погнали. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Что нахер? Техслужба на второй этаж, проект образец 17. Послушай, я слишком долго пробыл в анимусе, голова теперь тут. Давайте туда. Исследуем, что там. Так, анимус там какой-то. Эй, ты куда, на рынок? Нет, я... Родители попросили вернуться, и я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной? Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж! Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Вот так вот. Кит. Спишь, урод? Вставай, Кенуэй. Тедж здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью,
Найдешь что, дай знать. Так, эй, куда бежишь-то, славненький? Ладно. Так, что, побежим, да? У меня вообще не лагает, клёво. Только в диалогах. Эдвард, как-то не так. Надо в диалоге справить что-то. Ты должен видеть. Что я должен видеть? Неужели это то, о чем я думаю? Ладно. Ну же, сюда. Слышь, ты ассасинка убил. Я тоже ассасин. Ой, я тут кого-то убивал. Я помню это место. Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Я ленивая жопа. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в суть вещей. Пока не увидишь странное. Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. Вот так фокус. Ну и что мне делать-то? А, блин, точно. Сразу-то не врубился. Подожди. Вот так вот. Ну да, вот. И вот так. Не-не. Да, я врубился. Я это сделал. Ух ты, что это? Что это такое? В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина, таится особый... У меня всю жизнь такое было. У тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Мне все эти искать, да? Я нашел тут еще кое-что. Нашел? Уверен, ты разберешься намного. Или нашла? Ну просто, ну ладно. От этого так и веет тайной. Давай. Здорово, да? Очень. Подожди, увидишь, что тебя ждет в конце. Окей. Что меня ждет в конце? Мы на месте. Как тебе? Твою... Похоже, у господина Дюкаса много тайн. Взгляни-ка. Какая-то массивная лестница. Как думаешь, что там наверху?
Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу. Мерзкий способ умереть. Но какой инструмент? А попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось четыре. Так. Может, они у тех четверых тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торресу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Если в твоей груди бьется сердце, а не камень. А кто ходил? Если так, я найду ключи. Плохая отговорка лучше, чем ничего. Окей. Опа! Сколько же золота? Так, давай. Что такой медленный? А что, нельзя побыстрее? Ну, не знаю, это помещение. Или как там? Посещение. Встретиться. А давай. Да, ты крут. Беги как девчонка, и ты сможешь спыкнуть. Давай. Лох. Твой внук и то лучше паркурит. Отчаливаешь? Эта бухта создана для тебя, Эдвард. А костюм нет. Эй, да брось. Мы пираты, Кит. Берем, что хотим, делаем, что хотим. Мы свободны. Но костюм не твой. Ты совсем не такой. Тогда какой? Не всегда разберешь. Знаю одно, ты ищешь опасный приз. Обсерваторию? Ты знаешь про нее больше, чем говорил в Нассау. Заметил, значит? Жди меня у Юкатана. 20 градусов, 3 минуты северной широты. Через пару недель смогу тебя порадовать. Да. Ух, чё ж тут мы выполнили задание 100%. Старая-старая бухта, да? Называется... Ну что же, на этом все, дорогие друзья, я на этом заканчиваю. И что ж, я хочу сказать, всем удачи и всем пока. С вами был Apple Orange. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.